если в горах, хнях, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и крик. Читальный зал библиотеки был переполнен анапчанами и гостями курорта. Кто-то вспоминал, как бывал на его концертах. Организаторы считают, что, пожалуй, лучше всего о юбиляре сказал поэт Роберт Рождественский. По его словам, Высоцкий был не просто актером, поэтом, певцом и личностью, а целым явлением. Причем данный факт в доказательствах не нуждается. Для нас очень ценно и высоко мы ценим имя Высоцкого, его творчество, его вклад в российской литературе. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Харизма певца настолько уникальная, настолько пронизывает нашу жизнь, что нас объединяет любовь и благодарность великому поэту, замечательному барду, человеку с большой буквы.